ранее в Хардлайн. Вы знаете друг друга? Будете напарниками. Так что там с Тайсоном Летчфордом? Его кокс для богачей и тех, кто не разбирается. В последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на них. Хай! Я тебя не брошу. Руки вверх, быстро! Вы его знаете, детектив? Он просто с бумажками сидит. Охренеть. Да. Ага, да, я понял. Еще два тела выловили в бухте Мэнати. Вместо буйков можно использовать уже. Мендоза, отвлеку вас на минутку. Ух ты, берегитесь все. Молодой детектив торопится. Хай. Детектив Дау снова в строю. Доктор был против, но я разрешил. Ты как? Я на скамейке запасных, но в целом в норме. Тот кокаин, который вы со Стоддардом нашли, прибыл из Колумбии. Давно мы такое не видели. Последнее время из Мексики все идет. Какие мысли у Тайсона Летчфорда на этот счет? У мистера Летчфорда оказывается отличное юридическое представительство. Вот. Это Лео Рэй, картельный оптовик. Вчера он позвонил мне в офис, сказал, что у него есть сведения о нарковойне, которая разрывает весь Майами. Что ж, нужно найти Лео. И тихо. Только мы втроем в курсе дела. Не говорите больше никому об этом, иначе узнают все. Ясно? Так точно, сэр. Тогда за работу. Доус прав, если есть паршивые овцы. Если Доус волнуется, и нам стоит. Ой. Ты в порядке? Да, в порядке. Продажные копы, я не понимаю. И не надо. Правда. Жуткая работа, нищенская зарплата. Да, а больше жаловаться не нужно. Вон наш парень. Так, побудь у машины, прикроешь. Будь у машины. Подмога, Лео? Глупо. Кто он? Нашли его идущим в зоопарк. Сказал, что хотел посмотреть на редких зверей. Ты, блин, в это веришь? Мне был нужен Доус. И Доус отправил нас. Надеюсь, следующий звонок будет от Доуса. И он скажет мне, где и когда мы обговорим то, что хотели. Я не сдамся придуркам с дурацкими значками. Мне нужна реальная защита. Я опаздываю на игру. Пошли. Оставь мне. А, нифига. Эй! Я слышал, вы убрали Тайсона Летчфорда. Много слухов ходит. Кто мог сделать такое? Разговоры для Доуза. Стингер, что делаем? Иди скажи боссу, что я все принес на тарелочке, а ты все запорол. Отдай сумку, Лео. Или парню крышка. Лео, чёрт! Не стой! Воу-воу-воу! Он там! Держи его там! Останови машину! Хай! Это кто, блин, такие? Так, это не он тот... Он где-то здесь! Ты не сможешь уйти, Лео! Что это за хрень? Вы все трупы, Лео! А ну, стреляю, лежать всем. Внимание всем! 13-й сообщает о стрельбе. Не дай ему сбежать! Он побежал наверх! Гранатку бы!
Так, где тут еще один? Молодец, девочка, всех положила. Мы хотим помочь! Воу-воу-воу! Погнали, Лео, погнали! Стоять! Засады пока не ожидается, так. Ник, у них подкрепление! Стоять на месте! Да, вижу, напарник. Воу-воу! Готов. Ах, паразит. Все, обезврежен. Погнали за следующим. Ну что, мы его догоняем. Да. Он шустрее, чем кажется. Здесь должна быть комната охраны. Найду его по системе наблюдения. Что за ерунда? Ладно, держи меня в курсе. Заприте двери и пригнитесь. А ну, по дороге! Он спускается из бассейна, Кай. Что это такое? Оп, бассейн. Гражданские. Так, чувачок, а ну стой. Тем, кто стреляет. Стой, мужик. Лео, теперь на. Отдыхай. Не подпускать их. Зайдем ли снова? Да ты... Эй, рухни его. Охренел. Сейчас мы искупаемся. Воу-воу-воу. С такими успехами его хрен догонишь. Так, этот готов. Еще один где-то. Не вижу его. Есть. Отлично. Так, а куда же он делся? Сюда. Так, нашла комнату охраны. Спускайся по коридору, пока не убьешь капитал. Лео там. Окей, я за ним. Я нашла его. Он над залом на втором этаже. Он движется. Он в одном из офисов. Черт. Ник, зал идет подкрепление. Давай наверх, не высовывайся. Ладно, буду на чеку. Давайте, ищите Лео. Ах, куда ж ты ушел? Какой-то коп уже перестрелял тут половину народа. И мы даже не знали, что он здесь. Где Леоки? А, теперь тебе пофиг на меня. Мужик. Да, 50 человек звонят 911. Мужик, иди сюда. А? А? Рэйли, хоть и принять Лео, мы найдем его. Здесь, старика. Здесь. Что? Блин, выстрелил, сволочь. Да, теперь будет нелегко. Берегись! Выкурите этих ублюдков! Так, давайте посмотрим, что здесь есть из оружия. Да ничего нет. Вообще ничего нет. Ну ладно. Где ты меня видишь? Вот черт! Ладно, ладно. Стоять! Давай сюда! Второй не захотел. Так. Вижу его! Да как ты можешь меня видеть? Он там!
Я тут прям бойню устроил. Он должен быть здесь. Отлично, можно подкаты делать. Сейчас мы попробуем зайти к нему в тыл. Куда он исчез? Твою мать. О, другое не дело. Не дайте ему удрать! Опа, опа, идет. Идет. Ну ладно, есть вариант он перестрелять их. Не двигайся! Ладно, я все скажу. Да блин. Да, не получается пока. Хай! Хай, где ты? Хай, я иду наверх искать тот офис. Но перестрелять их всегда можно. Для того, кто никогда не стучал, ты слишком болтлив. Хай! Заткнись, ни слова больше! Чке! Хватит Ноуби. Уже! Заткнись! Понял? Господи! Хай! Какого черта? Половина бандюков в Майами охотится на нас, а ты занялась Лео? Ты чем думаешь? У нас будут проблемы? В гостинице полно убитых наркодилеров. У нас уже проблемы. Лео нужна защита. Тогда можем идти. Как он пойдет? Ты его потащишь. Эй, это ты с ним так поступила, не я. Черт. Все, пошли. Да иду я. Куда скажешь. Так вот, что Доус называет защитой. Лео, кто эти парни? Потом допросишь его, Ник. Идем. Эй, детектив. Держи. Отлично. Смотрите там! Ох, не повезло! Посмотрим, что тут! Чтобы он был жив, не дайте арестовать его. Проверьте там! Давай, давай! Эй, там проверили? Копы на подходе! Кончай с ним и уходим! Осмотрите все вокруг. Интересно, получится их по-тихому замесить? Какого хрена? Лео должен был сдохнуть 10 минут назад! Ищите везде! Где эти? Проверьте там! Они будут здесь. Так, сейчас. Ищите дальше. Сейчас подождем. Никто не должен скрыться. Эй, там проверили? Пойдут они наверх? Да, да, идет. Рассредоточьтесь. Якоб, ты арестован. Да, да, без проблем. Осмотрите все вокруг. Так. Проверьте там! Супер. Никто не должен скрыться! Ищите везде! Смотрите но... там! Следующий. Проверьте тут все. Ищите дальше! Будет смешно, если получится точно так же. Хочу их повязать на самом деле. Может, все выгорит? Никто не должен скрыться! Смотрите там! Проверьте там! Так. Проверьте тут все. Ищите везде! Не опускать! Эй, я просто гостиницу ищу. Давай, давай, давай. Быстрей. Это супер. Эй, там проверили? Осмотрите все вокруг. Один на улице, два здесь. Да.
Ищите везде! Ну что, теперь надо просто пройти за ним. Смотрите там! Проверьте там! Полиция, руки вверх! Вверх! Отлично! Этот готов. Проверьте тут все. Так, 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 следующий идет. Осмотрите все вокруг. Блин. Эй, там проверили? Сейчас мы вот этого возьмем. Так, ну еще один остался. Нет, двое. Ищите Лео! Да блин, какого черта? Какого хрена? Ого! Мужчина! Вы нарываетесь на неприятности. У него... Кто этот чувак? Этот чувак коп. Вот черт. Грузовик его. Ты умеешь управлять этим? Лео уже здесь. Вперед, вперед. Сейчас научимся. Я сказала, что моя предыдущая операция была полной катастрофой. Поехали. Лео у нас, капитан Доуз. Куда его доставить? Все усложнилось, да. Мы едем по перешейку на пути. Погнали. Да. Он зол. У нас будут неприятности. Нас встретят на той стороне моста. Держись! Так, тут прорвались. Отлично. Это Доуз. Люди? Нет, но откуда они вылазят? Берегись! Мы каким-то чудом на этот мост заехали. Откуда вот эти вот бандиты выскакивают на него, я просто понятия не имею. Можно было там пролететь. Держись! Так. Ха-ха-ха. А у нас неплохой броневик, да? Газуй, газуй! Черт, тормози! Ох ты! Там Доуз! Детективы! Сегодня я понял две вещи. Вы оба хорошо действуете по обстановке. И не можете делать все тихо! Сэр, эти подонки знали, где будет Лео. Кто-нибудь из вас скажет, что, черт побери, с ним случилось? Ну, ямы на дороге, капитан. Лео не пристегнулся. Правда? Поднимите его! Сэр, Лео разочарован, что не встретился с вами. Что-то мне подсказывает, ему нужна надежная охрана. Я того же мнения, сэр. А ты, детектив, а? Уверен, что Лео пострадал по дороге сюда? Вдруг тебя спросят. Вот что ты скажешь? Да, сэр. Уверен. Хорошо. Я отвезу Лео в тихое место. Вы оба отстранены! Что за херня? Прикрывание задницы, привыкай. Ему нужно убедиться, что мы на одной стороне. И что же это за сторона? Та, что поможет узнать, кто нас подставил. Ну что ж, друзья, на этом серия подходит к концу. Мы с вами увидимся в следующем эпизоде Battlefield Hardline. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать наше видео, ставить лайк и заходить в группу ВКонтакте. До скорых встреч!